Тюменские парламентарии недовольны темпами реализации программы сотрудничества. Как сообщают в пресс-службе областной думы, в прошлом году на эти цели было запланировано 40 миллиардов рублей, а фактическое исполнение составило только 76%. Депутат Тюменской областной думы, начальник департамента регионального развития компании «Газпромнефть» Сергей Белкей отметил, судя по темпам исполнения программы в текущем году, скорее всего, снова будет отставание от плана. А это недопустимо, ведь сотрудничество затрагивает интересы жителей сразу трех регионов Тюменской области, Ямала и Югры. Поэтому, по мнению Сергея Белкея, парламентариям необходимо вмешаться в процесс и разработать механизмы регулирования исполнения программы. Должен быть выработан механизм, который бы нас превратил из сторонних наблюдателей в людей, которые могут влиять на процесс. Когда ежегодно идет, в принципе, неисполнение программы сотрудничества, а эта программа направлена именно на жителей регионов, то это совсем неправильно.